Канаде конфисковали рекордную партию кокаина. Наркотик общей стоимостью $250 миллионов прибыл из Аргентины. Полиция Канады изъяла рекордную партию кокаина весом 1062 килограмма стоимостью $250 миллионов. Об этом сообщает телеканал CBC. Незаконный груз обнаружили в порту Монреаля. Кокаин планировали продать в канадской провинции Онтарио. Наркотик, прибывший из Аргентины, был запечатан в бетонные блоки и упакован на поддоны таким образом, чтобы содержимое было чрезвычайно трудно обнаружить. Полиция задержала троих подозреваемых. Как сообщал корреспондент Net, в конце июля в канадской провинции Альберта конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, цена которого превышает $4 миллионов. Ранее в Тихом океане возле побережья Мексики выловили 1-2 тонны кокаина в водонепроницаемых тюках. По материалам сайта newsgro.com.